Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые подписчики, и привет вам, гости канала. Рубрика «Музыкальный обзор». Сегодня посвящаю ее неожиданной тематике. Буду рассказывать про Виа, знаменитая Виа, «Песняры». Советские Виа. Теперь много наложилось ила и грязи на их светлые имена. Да и все советское усиленно поливается грязью, специально замарывается и замазывается. А как же иначе? Ведь чтобы современная реальность не казалась кошмаром, а это и есть настоящий кошмар, если говорить прямо, то надо старательно закрашивать прошлое в черный цвет. Об этом, кстати, есть прекрасная песня у тех же Rolling Stones под названием «Нарисуй это черным». Вот рисуют теперь разные там писаки и деятели, союз и то время в черных тонах, стремясь обелить тем самым настоящее, чтобы не казалось так мрачно. Но я и мои ровесники еще живы и можем рассказать, как тогда жилось на самом-то деле. Любой человек мог поступить в институт бесплатно, если только он учился и стремился к знаниям. А сейчас надо заплатить серьезные денежки или учиться только там, где еще выделяют бюджетные места. И также любой мог получить квартиру бесплатно или общежитие, особенно это относилось к молодым семьям. Им тогда точно не нужно было платить кабальную ипотеку под 9% или там 15%. Все это сейчас кажется какой-то сказкой, волшебным сном. Но мы-то видели это все своими глазами. Но вернемся к теме. Итак, советские Виа. В далеком 1978 году, будучи совсем ребенком, попал я в больницу с одним серьезным заболеванием, не буду уточнять. Но во всяком случае в моем городе, а Новосибирск тогда считался далеко не последним в области медицины, не нашлось таких нужных специалистов. И мы с матушкой полетели в столицу на самолете, где у нас тогда жила родственница по отцовской линии, тетя Тоня. И вот меня определили в больницу где-то в Сокольниках, и там я лежал целых 2 месяца. И вот там, в больничной палате, я познакомился с девчушкой, которая была старше меня буквально на год, у которой в тетрадке красивым почерком я увидел песню «Виа Песняры» под названием «Белоруссия». У нее прям написан был этот полностью весь текст. Настолько он, как говорится, запал ей. «Белый аис летит, над белесым полесьем летит». Белорусский мотив песни «Вереска» в песне «Ракит». Вся земля приняла и заботу, и ласку, и пламя. Полыхал над землей небосвод, как багровое знамя. Молодость моя, Белоруссия, песня партизан, сосны да туман. Алая заря, молодость моя, Белоруссия. Слова эти проникали в душу, ранили, словно пули из револьвера. Нельзя было остаться, как говорится, равнодушным к ним. Да и все творчество группы способно разбудить мертвого. Я не понимаю, как можно спокойно слушать такие шедевры, как «Беловежская пуща», оставаться холодным, ничего не испытывать. Видно, у некоторых людей вместо сердца камень. Я являюсь поклонником и даже фанатом западных групп, но ведь в груди-то у меня сердце, и родился я не в какой-то там Европе. Да и вообще, почему я не должен любить то, что прекрасно? Сейчас люди словно ослепли и оглохли. Слушать всякую дрянь вроде безголосых певичек с Запада или наших точно такого же розлива. Чем там можно восторгаться в их песнях? Для меня загадка, вот честно сказать. Так что песняры всегда были для меня, если не иконой, то группой высокого штиля. 5 лет назад, уже будучи в возрасте 47 лет, я скачал себе на телефон «Беловежскую пущу» и слушал ее на работе. Восторгался. Будто в первый раз. Песня до сих пор не утратила для меня своей прелести и свежести. А потом я пошел еще далее. Я скачал и смотрел клипы, видеоклипы, такие как «Белоруссия», «Беловежская пуща», «Александрина». Смотрел во все глаза. Если группа профессиональная, играют мастера, то совершенно не важно, в каком там стиле они играют. Рок или там психоделия. Кроме, конечно, панка и рэпа. Эти стили я точно не воспринимаю.
Я вам больше скажу, насколько хороша эта группа, говорит такая вот история. В нашем доме 35 лет назад жил меломан и фарцовщик с высокой буквы Александр Долгих. Его знали многие тогда в нашем квартале. Это был неординарный человек. Приведу только один эпизод из его жизни. Совсем молодым, 20 лет, он поехал за границу и там познакомился с иностранцем. Да не простым иностранцем, а сотрудником компании Polar, звукозаписывающей фирмы. Это целая музыкальная империя. И выпускали они пластинки практически всех западных групп, ну, которые были буквально, как говорится, известны и чем-то хоть прославились. Это такой был музыкальный клондайк, Эльдорадо для меломанов. И Долгушка, так его называли во дворе, стал каждый месяц получать посылки из-за бугра с самыми новыми альбомами, таких групп типа Queen, Abba, Nazareth, Led Zeppelin и еще там десятком других. Представляете, сколько это тогда все стоило на барахолке у фарцовщиков? Каждый такой диск шел от 50 до 120 рублей. Расплачивался Долгушка с представителем Polar'а довольно оригинально. Он отсылал взамен тому диски песнеров. Выходит, и на Западе ценилось их творчество. Вот ведь какая штука-то. Значит, группа сия действительно волшебная. Других слов у меня просто нет. И я еще скажу, что я долго не любил советскую эстраду за ее слащавость. Нравилась мне вот только ранняя Пугачева со своим Орликино и «Куда уходит детство», «Песнеры». И вот еще «Виа Пламя», «Мой адрес Советский Союз». Эти песни я всегда включаю и включал за всю свою жизнь. Не любить песнеров, на мой взгляд, это совсем надо быть каким-то безмозглым и бездушным. Это группа на века. Ну а теперь о самой вокально-инструментальной группе «Песнеры». Коллектив был создан в Минске Владимиром Мулявиным, и все их творчество основано на белорусском фольклоре и обработке его под эстраду тех лет. А теперь уточняю, группа играла в стилях фолк-рок, арт-рок, этника, блюз и множество других, что тоже подтверждает, насколько это был серьезный коллектив. И рок в их творчестве также присутствовал, хотя и в небольших все-таки вкраплениях. Началом истории песнеров считают 69-й год, когда группа «Левоны», так она называлась тогда, получила право называться «Виа», а это давало возможность гастролировать по всему Союзу. В 70-м году группа меняет название на «Песнеры» и получает второе место на всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Так начинается их карьера и известность. Кроме того, осенью того же года «Песнеры» побеждают и в конкурсе политической песни, который проходит в Москве. И в это же время в коллектив приглашают солиста Леонида Барткевича, певшего до того в «Золотых яблоках». Летом 71 года фирма «Мелодия» выпускает диск-гигант «Песнеров», и группа становится известной каждому советскому гражданину от Чукотки до Бреста. И в том же 71 году начинаются зарубежные гастроли коллектива. Они побеждают на фестивале в Сопоте, что лишь подтверждает ценность и значимость идей музыкантов. Тогда еще Европа выбирала не каких-то страшилиц вроде Кончиты Вурст, будь проклятое ее имя, а серьезных исполнителей. В 76 году на фестивале «Песня 76» впервые звучит знаменитая «Вологда», которая мгновенно становится суперпопулярной во всех слоях советского, да и не только советского, общества. Я уже рассказывал, как вот я воспринимаю творчество западных музыкантов. Ну просто нравится и все. Если в музыке есть хоть что-то из набора, серьезный вокал певца, или какие-то тексты, берущие за душу, или мастерство исполнителей, неважно кто там, клавишник, гитарист, музыкант, лишь бы играл хорошо. В 1976 году на фестивале «Песни 76» впервые звучит знаменитая «Вологда», которая мгновенно становится суперпопулярной во всех слоях советского, да и не только советского общества. Я уже рассказывал, как вот я воспринимаю творчество любых музыкантов, будь западные или наши, это вообще, кажется, не колышет. В музыке должно быть хоть что-то из такого набора, серьезный вокал певца или какие-то тексты, берущие за душу. Мастерство исполнителя, неважно каких, ударник, гитарист, клавишник, ну,
Просто, как говорится, посмотрите, и вы поймете сразу, серьезно это он играет или нет. Или так, как говорится, балуется. Точно так же обстоит дело и с песнярами. Уверен на 100%, на Западе их восприняли так же. Не надо знать слова. Важно понимать чувства, с которым вокалист исполняет песню. Как поет тот же Борткевич. Если он вложил туда всю свою душу, люди поймут и оценят, неважно на каком языке он исполняет. А если нечто мурлыкать и блеять, как сейчас делают, то и слушать тебя будут лишь в одной конкретной стране, да и то недолго. И в том же 76-м году песняры гастролируют по штатам. Это ли, как говорится, не триумф? Первая советская группа в Америке. Еще надо вам о чем-то рассказывать? Я думаю, что нет. Все эти, кто куда ушел, кто куда пришел, это уже вторичная группа. Состоялась, и она гремела по всему миру. Спасибо за внимание.